ТВ, привет! Мы с вами в Ялте, а это означает, что Грантелло с черепом покажет вам, как качественно и профессионально оторваться после заката. Ну что ж, добрались наконец-то до первого места при пати-бар Oxygen. Oxygen Bar – это, пожалуй, единственное место в Ялте, в котором можно понюхать кислорода прямо возле диджея. Кстати, здесь можно не только понюхать кислорода, но и покушать. Тусет ТВ, дальше больше! Расскажите, какими судьбами вы сюда пришли? Кислородом подышать? Разумеется, нет, но, впрочем, что касательно идея рассказать, скажу тебе без ложного пафоса, что пусть сохранится легкий привкус того, что каждый из нас может существовать в каком-то одиноком разряде и вовсе не полагаться на то, что его окружает какой-то такой вот проверенный мир. Папиросы, да, пустые. Пустые папиросы. Пустота как модель нового самоощущения индивида. Пустота, как кризис идеологии, не такое уж доверие ни в маму, ни в папу, ни в телевизор, ни в широкий объектив, ни в длинный фокус, ни в массу других вещей, которые еще недавно были самоочевидны. Но вдруг в какой-то момент, как Герман сказал, вдруг ты начинаешь ощущать себя щепочкой в большом море. И таким образом разрушается все, и пустота в том мере, насколько к ней присмотреться, она и является единственным содержанием нашей колеблющейся жизни. Тут все ТВ дальше больше. Итак, уже час ночи, а это означает, что нам пора перемещаться ко второму пункту назначения – офф-бар. Вы знаете, мы всю жизнь старались сделать заведение не для людей, а для себя. Это единственная формула, которая работает. И это заведение не исключение. Следующий офф-бар будет в Киеве. То есть киевляне тоже смогут отключиться, так сказать. Киевляне периодически у нас отключаются, и надеюсь, что отключаться они смогут не только летом, но и зимой. Я могу сказать сам, как москвич, что киевляне самые красивые, самые позитивные, самые замечательные и самые желанные наши посетители. Вот, я искренне их люблю. И да, наверное, киевляне. Тусет ТВ, дальше больше. То, что заехали к нам в офф-бар, спасибо огромное. И, в общем-то, владельцы-совладельцы этого заведения, которые пригласили меня сюда работать, убедили меня в том, что здесь здорово. Я сам, очутившись здесь, я люблю свою профессию, естественно, да, ощутил, что здесь потрясающая аура, которая превращается в великолепнейшую карму. И работать одно удовольствие. Люди, посмотри, какие люди, модные, красивые. Все класс, все здорово. К нам заходят звезды. Никаких идиотов, дебилов, уродов, бакланов нет. Красивые женщины, ты красивый тоже. Тусет ТВ, дальше больше. Значит, мы будем делать акцент в основном на москвичах. Потому что Крым все-таки насыщен в основном украинцами и россиянами. Россияне наши братья, и мы пользуемся тем, что их знают и здесь, и там. И клиенты наши в основном это россияне и украинцы. Поэтому акцент на москвичах, потому что это столица. Ну и наши, конечно, столичные диджеи тоже проедутся все. Все мои друзья, которые играют в Киеве, не по-любому будут играть у меня здесь. Кто будет? Диджейки будут раздеваться. Вы постарайтесь, как всегда, они для вас все покажут. Кто будет? Моя любимая фраза. То с этим и дальше больше. В
принципе, все клубы почти одинаковые, но это заведение сделано в современной тенденции, то есть не большой огромный зал какой-то, а рассчитано на достаточное количество любителей танцевальной музыки, скажем так, дальше больше. Всех клубов в городе Ялте выбрали именно этот клубов-бар. Потому что здесь работает такой отличный ведущий, как Андрей Федоров, который мой близкий друг из Киева. Он пригласил нас сюда, и слава богу, что я сюда попал. Я посмотрел, как Андрей Федоров пел, как он работал. Вот только, во-первых, это во-первых, во-вторых, девочки красивые танцуют. Я сейчас как раз шел по дороге поближе рассмотреть этот процесс. И мы вас перебили. Расскажите, коктейли вам нравятся? Это как заведение бар, вы что-то пьете? Вы меня перебили, я пойду к девочкам, которые очень красиво танцуют. А пить? А? А выпить? А потом. Туса ТВ, дальше больше. Конечно же, в финале того, что вы видели, чтобы качественно и красиво отдохнуть в Ялте, а главное профессионально, обязательно пухните на шару в этом месте, если у вас, конечно, получится. Ребят, как тебя зовут? Максим. Максимка, делай нам что-то горячее, зажигательное, такое, чтобы наши зрители ели. Хорошо. Маленькая часть того, что вы можете отловить по приходу сюда. На самом деле, посетите эти заведения, о которых мы вам говорили, но не забудьте после этого заняться сексом. Из-за ТВ, дальше больше.